Замените меня на лича. Ты в рейд плюсанул? Что? Ты в рейд плюсанул? Ну, я в смысле, в пати я или как? Да. Да-да, я там в шестой пати был. Женя, ты заебал дурака врубать, блядь. Уже все сумонят, народ здесь. Ты в рейде, блядь. Ты либо идешь, либо не идешь. Ну, на замене останусь. Какая раз нахуй там на Джайне, все равно меня не будут. Какая нахуй замена? Бля, четвертая пати. Я тебя поставил в первых 5 групп. Какая нахуй замена? Леха, скажи, там Драгон в ДД или нет? Да, в ДД. В ДД ты, Драгон, ты слышал? Мозер, ты тут? Ты где? Возможно, еще в Раску поменять. Но не факт. Сидец какой-то. Кирс. Женек, Мозер. Женек и Мозер, вы тут? Я да. В рейд идем. Бля, ну пиздец, нахуй. Чем ты регаешь БГ, когда в рейд плюсанул? Да потому что нахуй РТ 12-12 сижу, нихуя нет. 10 минут прошло, 20 ну, минут прошло. Так третий или четвертый КД у тебя такая хуйня. И ты сидишь... Потому плюсанул, что, блядь, вовремя замена. Ничего не начинается. Да пизду, блядь. Это ты регаешь не вовремя. Мозар, проснись. Лучше подождать 20 минут, начать через 20 минут. Вот если бы ты сразу регнул, когда плюсанул, а не сидел, пиздел, то бы ты успел бы играть. А ты регнешь? Ребята, ну это несерьезно, блядь. Короче. Нахуй. Мозг появился. По крайней мере, присумонился. Нахуй. Я долго возиться с такой хуйней собираю. Хочет на БГ, пускай играет на БГ. Антивагу. Ты дурит-то. Че, все были метки, не надо эти 4 ставить по малому кругу. Никто тупить не будет. О чем там речь? Как у вас группы расходятся на Джайне? РДД, Мили. А, на Джайне? Сейчас ну... Лич, потом на Джайну. На Джайна сам зайду, скажу. Если все готовы, давайте проверку и поедем. Даруем тебе быструю смерть, Артас.
более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что... Хилы и локи сами оносите, если вас вальки подымут. Чтобы вас не били. Точнее, хилов били, а локов не трогали. Сапроты выпить не забудь. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ловушка, Миль. ДД тоже спустился. Чума через 2 секунды. Центр выносит. Чума рога. Пировых. Карина. Не бегай ко мне жопы. Словишь чуму. Ловушка РДД. Не надо сильно далеко бежать. Чума 2 секунды. Ловушка, перебежали, япончик, чума. Ловушка РДД. Чума, секунда. Тари, ловушка. Чума, враска. РДД. Чума 5 секунд. РДД. Милики тоже. Чума и резист. Переводим. 1%. РДД, РДД ловушка. На ком сферы с рейда выходим? Чумы нет. Гневого подбегай туда, под этого тебя уебуем и башит. Подводи дух. Дух подводи туда. Тебе была чума и есть спойлер. Второго духа на пульте. Бьем, бьем, ауе. Сверху, сверху разбейте. Теперь фаза. Набиваем, чтобы коляда эти. Под плащ встаньте, все вальки будут ровно в одну линию. Осквернение 3 секунды.
Ты под плащ станешь. Точнее. Сейчас вальки будут. Вальки схватят и осквернение 3 секунды. Разбежались по малому кругу. В кругу лоб валят. В кругу лоб не трогайте. Идите долбите вон. Ром. Все, кучкуемся. Кучкуемся. Осквернение 5 секунд. Осквернение 5 секунд. 2. Драгон. Все, под босса. В одну линию старайтесь, а сейчас вальки будут. Направление. Кто там у нас, Локи? Да, Карин Гуэрни, пожалуйста. Прямо на лужу летит. Казачок прямо. Кто над лужей, давайте, тормозите стан, дайте. Сливайте, сливайте быстрее. Осквернение сейчас будет через 3 секунды. Меня добьют? 1% валя. Давай, давай, давай. Сейчас вальки будут, встаньте. Валя должен через 5 секунд осквернения. Хил, ломбики, ломбики первый слили. Тарик, отошли от меня. Все. Долгим-долгим станы даем. Все, сейчас будет смешано. На малый круг разбегитесь. Скринение, зонтик. Валик долбим. Блять, там одна валька по кругу, пусть не отпускаем. Ничего не сделаем. В ромбе хил. Ромб, ромб быстрее. Все, круг тормозите. Печеньку, печеньку, стан и погнали. Фул дана. Давайте, давайте, там 3%. Осквернение через 2 секунды. Разбежитесь. Блять, проебали. Пора. Так. Йенген, который, или Йенже. Берни пока тут, Гринперсик. Гринперсик Веровульфа. Печеньки лок, в рамбе хил. Сейчас осквернение будет. Застаньте. РДД дамажьте по ним, остальные разбегитесь. Треугольник. Стан дайте. Пока тут ресните, пожалуйста. Дайте каску, пожалуйста, пороги. Сейчас будет осквернение через 5 секунд. Кружки все. Враска. Кружку тормозим, бьем первую. Осквернение через 5 секунд. Мне вставать? Вставай, вставай. У кого БР остались? Осквернение сейчас будет и вальки по малому кругу. Вальки, смотрите, сразу. Медведь, есть БР?
пока тут, а у тебя БР сохранился? Пока тут БР медведь. А пока тут БРнишь Никитоса. Свернение до секунды. Разбежались. Ну что с прохилом? Да потому что два хила сдохли, и они не встали. Наумка, вставай. Я вставал уже. Нормально. Все, стопайте, ложитесь. А че вы дохнете, понять не могу. Вот первый сдохли, блядь. Вы где сдохли? Парада, ты где умер, Никитос? Скинуло? Я умер от непрохила заражения. Заражение? Коснуло? Так оно сразу непонятно кинулось. У нас полрейда умерла от непрохила заражения. Где? Да. Подожди, посмотри, на чем сопрот есть вообще? Так, сопрот, ты проверь, Миш, пожалуйста. Да на всех есть. Алдорама нет. Алдорам нету. Ну, начисляем. Рыбу ставлю. И так 4... много пьет. На 9 он сказал. А он еще и умер, ебать, кстати. Ладно бы выжил. Не-не-не, с саппортами люди поумирали через самую. Что, профессионал ДЦ нужен, нет? Да, возьми Настю в ДЦ, а я в ШП спекнусь. Леха рулит, пусть у меня... У нее есть КД на этот рейд уже. У нее есть КД. Саня, я только анонсил, вон Лёха в рейде. Слушай, вот, Миш, с долгоногом ПС... намного лучше ДПС. СС на пока тут, Локи, слышишь? Желтая джага. Не знаю, ты священный щит поддерживаешь, наверное, постоянно на себя. Это хилы, пожалуйста, анонсите, если вы вальки побыстрее чуть-чуть. Или вы быстро анонсите, просто тихо вас со второго раза слышно. Хил в печеньке, печенька уже около, блядь, у этого, обрыва. И вставайте покучнее, пожалуйста, делайте направление валик. То направление, которое нам надо. Под осквернение 500 штук летит в другую сторону. Да бывает, потому что он его поворачивает, блядь, в самый последний момент резко, на. Неправильно, Валик, все равно разносим. У нас столько раз вальки летели в осквернение, что аж, блядь, пиздец. Что не, за... что не вальки, то в осквернение. Это очень плохо. Ну и прохил. Ешьте рыбу. Парада, чекай. Готовы, нет? А медведу решил, что ГП? Настя только не присуманили сейчас. Он в центре был, когда осквернение на него кинулось. Я кто каски бафает? И приста баф. Я про центр предупреждал. А чё сейчас не кинул? Алдорам на замене. Не можешь сопрота выпить, значит тебе эти боссы нахер не нужны. Мозард, Настя. Ты только присумонили, дай пожрать-то. Ты жрёшь, пока он активируется. Настя, много не ешь, вечер уже. Это у тебя вечер, а у меня плотный завтрак. Каску пороги, пожалуйста. Старый чуд ДПСом стал. Да я... Сейчас, подменяю трение. Я тестил. Последний кусок спама перед пулом. Ребята, у меня вчерашний сопрот со вчерашнего рейда. Я вечером не заходила после рта. Тикает, давайте... Дайте каску, ребят, пожалуйста, дайте каску. Так, еще раз, Локи СС пока тут. БР, у кого в КД, поставьте плюс, пожалуйста. У меня нету этой программы, блядь. Локи, каску киньте. Грим Персия, КД.
А, вон вижу медвежок. Ну все, понятно, хорошо. Ловушка будет. Мили. ДД тоже вниз. Ой, блядь, я провалился в текстуру. Ребят, чуму выносим, пожалуйста, в центр. Я же вам анонс. Чума. Осторожно, ловушка. Улетает. Мили. Ловушка РДД. Чума, одна секунда. Денчик, чума. Мили, ловушка РДД тоже двинулись. РДД. Чума через 3 секунды. Чума на ваге. Милики, сдвиньтесь тоже. РДД двинулись. Милики тоже. Сейчас чума будет через 5 секунд. 5% до перефазы. Чума, нумка. Наумка. Ловушка. РДД. Перефаза. Чума есть? Да. Нормально. Знаком сферы с рейда выходим. Шахкаря заберешь? Ловите гнева. Отойдите от лица. Дракон, блядь. Второго гневного на пульте. Тебя невозможно будет резнуть, я так понимаю. Ты под текстом? Нет, я под лечом. Понятно. Брун, есть БР? Перезарядился? Угу. Мага БРнешь потом, когда перейдем на перефазе? А можете имя надо и дрэжать? Перефаза. Добивайте сферу. Все, под босса встали, добили в нем. Сейчас вот к валькам готовимся. Карина, Берни, пожалуйста. Баффик у него сразу. Все, вальки. Долбим, время есть еще. 5 секунд осквернения будет. Ты сам стан на эти. Все под босса. Пьем пока. Будет смешанное осквернение. Готовьтесь на малый круг. Уже. Идите на малый круг. Вижу. Долбим, Валя. Может, дело? Лича подводи.
осквернение через 10 секунд. Еще время есть. 5 секунд осквернения, разбежались. На луке. Все под леча быстрее все. Сейчас вальки будут в кучне, в одну линию. Встаньте, пожалуйста, что справа, слева кто-то стоит. Долбим, Валя. Осквернение 5 секунд. Отошли от совы. Все, под леча. Валим, добиваем. Сейчас вальки будут. Встали в одну линию. И осквернение сейчас сразу. Разбежите через 3 секунды на малый круг. Моза. Валик, валик, валик. Через 7 секунд осквернения, готовьтесь. Разбегайтесь. Резист. Все, быстро, быстро подлеча. В одну линию со свальки будет. Уже вальки. Кружки. Долбим долго. Кружок залили. По инеру для ДЦ сбросились. Сейчас будет осквернение 5 секунд. Милики, отойдите. Добивайте РДД. Валя. Драгон, отошли от него. Все, залечать, леча на центр. Настя по кнопку, надо поставить. Кучнее, кучнее, кучу, в одну линию, ребята. Скоро вали будут. ДЦ из рамба вытащили? А, из рамба, из трусов. Гром влили, со осквернения разбежались. Трусы, трусы. Бежу. Осквернение. Берем персик. Все залили, валим. Лок в печеньку не бейте. Печеньку не трогайте. Маза. Подходим к краю. Переводим. Все, подошли, подошли. Хилы, отхильте. На ком сферы с рейда выходим. Гнема ловить. РДД по сферам. Помогайте, РДД все. Войд, поводишь в комнате? Я на вагу поставил. А, вага есть. Ну пусть вага. Можно пристабав? Перефаза. Сверки, сверки. Ну. Все, все в центр. И за звездой бежим. Совы, смотрите по очереди. Свой звездопад, блядь. Хуярьте этих. Не надо сразу, РДД все помогают сливать духов. Не забываем, после комнаты будет осквернение, сразу в рассыпуху.
Бьем, бьем, бьем тут. Сейчас выход с комнаты будет скоро. Три секунды. Разбежались. Парада. Все, босс уйдем. Сразу иннеры по ДЦ, ДЦ сухой. Да, иннеры слейте, пожалуйста, косарь. Вон, Карина слейте. Дайте на маме, я потом поставлю. Оскорнение через 5 секунд, через 7. Все, 5 секунд. Разбежитесь. ДД долго. Отошли. Антикос. Все, больше дамага. Духи. Побежали. В зале час станьте пока. Скорее не будет. Все, погнали за звездой долбим духов. Долбим, вон они летят. Че, выход с комнаты будет 5 секунд. Там осквернение может сразу повешаться. Разбегаемся. Все, рассыпную. Броня. Все, подошли к лечу. Долго. Духи. За леча останьте. Вернение 5 секунд. Готовьтесь. Через край залеча бегите. У нас вернение, отойдите от брони. Он это скоро будет. Кучнее, ребят. Духов не забываем. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек промущены этим проклятым клинком. Пять секунд до выхода. Про осквернение не забываем. 2-1. Ой-ой-ой, отошли от лица. Иннеры забыли опять. Иннеры друиду дайте, пожалуйста. Ой, ДЦ то есть. Бьем. Кремнение 5 секунд. Дистанция. На старике. Спели. Вроде у кого абсурд показывает? Гоните, пожалуйста, Войда есть, абсурд нет? Там специальный нужен Дон, Адмирал. Он не показывается от Т5-го, обычный. А живой щит, что это тогда такое?
Это тринька у хилов. А, я понял. Это корень, что ли, дает или чай? Да, это корень. Ты у адмирала попросил, он для Саши делал. Ты похуй, короче. Как просто хилиться, ДКшник? Так же, как в Т4 или так, или лучше? Честно говоря, мне казалось, что Т4 в тебя меньше летит. Ну, ясное дело. Лёх, ты тут? Что-то менять хотел рейд на Джейна. Миша, на тебе лутер, да? Да. Угу. Бля, лич такой нытик, получил пизду, но сдохни уже, вот. Стоит, что-то базарит долго, бля.